منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Уважаемые братья, мы говорим праздничный день, называем его Курбан Байрам. Курбан. Как Аллах Субхана в Коране, когда приказал, повелел сыновьям Адама, алейхиссалям, привести жертву Курбан, Карбана Курбана, Фатукутбиля мина алейхима, валяна тахаббаль мина аха. Аллах Субхана в Коране сказал, а мы совершили Курбан, от одного Аллах Субхана принял, а другого не принял. Курбан переводится «курбат минд Аллах» – приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. Приближение через жертвоприношение, приближение через поклонение, приближение через «фикр Аллах Азза ва Джалла», через поминание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля касательно жертвоприношения говорит Субхану ва Тааля: «Лай янал Аллаху лухумуха, ва лай янал Аллаху димауха, лай янал Аллаху лухумуха, ва лай димауха, ва лай киняляху тахва минкум». До Аллаха не дойдет ни мясо этого жертвоприношения, ни кровь, ни это не нужно. Однако ваша богобоязненность по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля круга. Все мы хотим быть приближенными рабами к Аллаху Субхану ва Тааля. Здесь дается вопрос, кайфа накун карибина мин Аллах? Как же нам стать близкими к Аллаху Субхану ва Тааля? Аллах Субхану ва Тааля в Коране, когда говорит об Иблисе, да'аляху Аллах, Аллах его проклял. Аллах Субхану ва Тааля وأبعده عن رحمته и отдалил его от своей милости. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبعدنا عن رحمته. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он нас не отдалил от своей милости. Чтобы Аллах Субхану ва Тааля не отдалил нас от своей милости. Один из خلفاء العباسيين لما تأمرت عليه أركان مملكته. Один из правителей аббасидов, когда его попросили отказаться от своей должности, от правления, от хиляфа, فجعلوا يكتب بخط يده. Он писал своей рукой отказ от правления, заставили его. И Аллах Субхана внушил ему тауфик в этот момент в сердце, вселил ему, и он написал своей рукой: Рабби, كما خلعتني عن خلافتي فلا تخلعني عن رحمتك. О Аллах, как ты меня отдалил от правления? Я прошу тебя, не отдали меня от своей милости. Поэтому, когда мы читаем Коран и размышляем Коран, мы должны смотреть Коран. Кого отдалил Аллах Субхану ва Тааля своей милости? Кого проклял Аллах Субхану ва Тааля в Коране? Валлахи, иногда, когда у тебя есть близость к кому-то из каких-то людей, когда ты имеешь отношение к какому-то брату, к близкому человеку, тебе всегда из сердца эта радость, и улыбка появляется на твоем лице. То, что ты близок с таким братом, то, что ты близок к этому человеку, который приближенный к Аллаху Субхану ва Тааля. И как эта близость появляется, когда ты с ними вместе кушаешь, сидишь, разговариваешь, когда ты с ними в путешествие уезжаешь. القرب من الله, а именно близость к Аллаху, بحسن عبادته, проявляется в красивом, правильном, хорошем поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Когда ты делаешь сажду Аллаху Субхану ва Тааля, и самое, что ценное есть у человека, это его голова, его лоб. Но если он радуется, раб Аллаха радуется, когда он делает земной поклон, мин аджли малики аль-гадда, ради Аллаха Субхану ва Тааля, фахада курбу мин Аллах, это близость к Аллаху. Когда мы в доме Аллаха, куллама кунта фи байти Аллах, сейчас мы в доме Аллаха, это близость по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Когда ты находишься среди тех, кто упоминает Аллаха, халака, якрауна аль-Куран, в каком-то кружке, где читается Куран, где проводятся уроки, где читаются хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, маа ахли Аллах, с приближенными людьми Аллаха, фа анта карибун мин Аллах, то ты близок к Аллаху субхану ва тааля.
Когда ты в своем доме, в своей квартире ночью просыпаешься, в углу у тебя там коврик, ты его берешь, расселяешь, ты здесь молишься, твоя супруга в другом углу молится, твой сын или твоя дочь в другом углу молится, все поминают Аллаху Субхану ва Тааля, это халифин Аллах, в этот момент ты близок к Аллаху Субхану ва Тааля. Выходишь на улицу, пусть будет здесь или в другом городе, и видишь человека нуждающегося. Тебе Аллах Субхану ва Тааля, к этому человеку Аллах Субхану ва Тааля, его к себе послал, и ты видишь в нем женщина, на себе несет своего ребенка, и ищет что-то в мусорном ведре, покушать себя или своего ребенка. В этот момент что мы хотим, братья? В этот момент мы хотим ничего иного, кроме как довольства Аллаху Субхану ва Тааля. Помоги ей, дай ей, обереги ее руку, обереги ее лицо от этого положения. Дабы Аллах Субхану ва Тааля оберег твое лицо от наказания на то, что ты делаешь. Если таким образом мы проявляем внутри нас, я, братья Аллаху Субхану ва Тааля, мы из приближенных людей к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах, если спросишь любого человека, высокопоставленного чиновника или того человека, которому Аллах дал большой успех в его бизнесе, при этом он верующий, при этом он верующий, Аллах вселил его сердце, понимание, религии, и ты спросишь, какие самые прекрасные секунды были в твоей жизни, если Аллах дал ему тавфик, он непременно ответит, те секунды, когда я поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля. Все секунды, когда я сделал земной поклон Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому, когда мы в наших встречах, когда мы поклоняемся Аллаху, когда мы молимся, в этот момент из всего сердца произнеси слово, произнеси дуа, курси дуа, и скажи Аллахумма, инна радыйту бика раббан, фарфа би ахбадан. О Аллах, я довольствуюсь тобой, как Господом моим, и ты будь довольным мной, как рабом твоим. Если ты близок к Господу миров, то это великий успех. Наряду с этим, что поможет, братья, быть близким к Аллаху Субхану ва Тааля? Посмотреть на тех, кого отдалил Аллах Субхану ва Тааля от тебя. Посмотреть в Коране на тех, кого отдалил и за что отдалил. Ля'ана Аллах фараон и кибрит. Аллах Субхану проклинал фараона из его высокомерия, отдалил его. Проклинал Иблис из его высокомерия. И в этот момент, когда видишь, проходишь места, где Ахлюль Фуджур, Уль-Маарас, где люди грешат Аллаху Субхану ва Тааля. Ты проходишь мимо, видишь, люди совершают харам, в этот момент остановись и задумайся, и скажи из всего сердца, «Рабби ля таджа'али ма'а-л-каумиль залимин». О Аллах Субхану ва Тааля, не сделай меня среди грешников. Не делай меня среди грешников. Поэтому мы не знаем, чем закончится наша жизнь, но если мы будем поклонять Аллаху Субхану ва Тааля, искренне с Аллахом Субхану ва Тааля, то Аллах Субхану облегчит нам этот путь короткий, и в итоге еще пройдет нас с вами в райскую обитель. Наряду с этим, из Масая, которое делал шейх Салих Аль-Ванис, и эти дни, эти Масаяты, я думаю, поможет нам уставлению в эти прекрасные дни, 10 дней Дхуджа. Хасибу анфусакум кабля ан-тухасабу. Я сам к себе обращаюсь, и каждый пускай прослушает это обращение через свое сердце. Берите от себя отчет перед тем, как спросят вас в этот день. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Сегодня у нас есть возможность сделать благие дела, но нет спроса. А завтра будет спрос, но не будет возможности сделать что-то хорошее. وسيرن الله كادحون ذو مشقة. И путь, который Аллах как поставил нас на пути Аллаха Субхану ва Тааля, есть некие трудности, есть на этом пути тяжесть. Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: لقد خلقنا الإنسان في كبد. Мы сотворили человека в трудностях. وقال وهو أصدق القائلين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. О человек, поистине ты усердно трудясь идешь в направлении к своему Господу, и ты встретишься непременно с Аллахом. والوقوف عند الله أمر لازم وسير إلى الطريق لا يحتاج إلى التوفيق من الله. И то, что мы встанем перед Аллахом, это его не избежать, это обязательно наступит. Обязательно мы все пристанем перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, и путь к Аллаху Субхану ва Тааля на этом пути есть некие сложности, есть трудности. И он дает некие наставления. Первое из наставлений, которое поможет нам должным образом поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, аля нахмилля ди абад, именно тем образом, не которым мы хотим,
а тем образом, который хочет Аллах Субханаху Тааля, لا تقدموا على رضوان الله برضوان أحد من كائن من كان فإن الله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. Не ставьте выше того, что для Аллаха, выше того, выше того, что Аллаха, того, что для другого кого-либо, кем бы он ни был. Не ставьте его удовольствие выше, чем удовольствие Аллаха Субханаху Тааля. Второе, كل شيء أمر الله بمصدقة إليه سابق. Когда мы читаем Коран, читаем хадисы, и Аллах Субханаху приказывает нам спешить в этом, соревноваться, спешите в этом. فإن الله لا يدلك إلا على الخير ولا يحفظك إلا على مطلبك إليه. Поистине Аллах Субханаху указывает то, что на то, что в чем есть благо, и побуждает к тому, что приближает Аллаху Субханаху Тааля. Но однако, как это нужно делать? Ты мухтасибин бимма тасна. Ты делай и думай о награде, которая тебя уготовлена. Хутуат биля насаджи. Когда мы идем в мечеть, сейчас мы подошли в мечеть, тяжело бывает, жарко бывает, бывает стоять тяжело. Вы в этот момент вспомните судный день, что придется стоять перед Аллахом Субхану Тааля. Когда мы идем по пути в мечеть, вспомним о награде, это и вспомним, что также мы пойдем к Аллаху Субхану Тааля на великий спрос день суда. Ночью, когда мы едем на ночной намаз, на утренний намаз, в этот момент вспоминайте «Зулюбай Йаум Кьям» – темноту судного дня. И Аллах Субхану Тааля даст нур там, даст нур, даст свет тому человеку, который стоял в намазе. «Он те тарка алиллах, он те шрик алиллах, минна лака мин Аллах, азза ва джалл, ва лейса лака мин». То есть, когда мы делаем земные поклоны, делаем поясные поклоны, это милость Аллаха к нам. А не то, что мы такие хорошие, что мы поклоняемся Аллаху. Нет, это милость Аллаха, то, что Аллах нас пожалел и поставил нас на прямой путь, дабы получить его удовольствие и в итоге награду, в итоге райского обителя. И когда мы дуа просим Аллаха Субхану Тааля, в этот момент мы должны подумать, прочувствовать и сказать, я Аллах, я Рабби, айбаду кисилай кафир, уалейса ди Рабби Мусилак, о мой Господь, помимо меня у тебя много рабов, поклоняются себе и на востоке, и на западе. Но однако нет у меня Господа, нет у меня другого иллаха помимо тебя. Я прошу у тебя, я Субхану Тааля. И каждый этот момент, когда человек на чем-то живет, куллю мустадаа аля тава, фагалиба аннаху ямут алейхи. Если человек в этой жизни на чем-то живет или на поклонении, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, куллю наси яхуду, фадайру нафсаха. Каждый день, когда мы с вами просыпаемся, человек продает свою душу. Или он ее спасает в поклонении Аллаху Субхану Тааля, или уничтожает в греховном перед Аллахом Субхану Тааля. И когда мы идем к Аллаху Субхану Тааля, когда мы идем на поклонение Субхану Тааля, в этот момент мы должны вспоминать о великой награде. И то, на чем человек жил, в большинстве случаев и на этом покидает эту жизнь. Куллю ман ааша аля шейна тааля. Тот, кто на чем жил, на этом и умрет. Умер мэнта аляши, буйта аляхи. А тот, на чем кто умер, кто на чем умер, на этом и воскреснет перед Аллахом Субханаху ва Тааля. И самое главное, чтобы на наших языках не было катахмилях, чтобы эти наши языки о ком-то плохо говорили, о кого-то обсуждали в плохом виде, кого-то обижали, унижали. Поистине, за это Аллах Субханаху нас просит судный день. Мы бываем, когда смотрим какого-то брата в чем-то, мы думаем, что его жизнь такая. Если мы увидели его на плохом чем-то, думаем, что он всю жизнь такой. Или мы думаем, что человек в поклонении, если увидели в намазе, значит, он всегда в поклонении. Но однако, Аллах Субханаху ва Тааля знает, что скрывается в сердце каждого. И Аллах Субханаху ва Тааля знает о скрытых делах. Поэтому каждого из нас подумает, какое-то скрытое дело, чтобы никто не знал об этом. Ни мама, ни папа, ни супруга, ни дети. Между тобой и Аллахом Субхану Тааля, благое тело, дабы через это тело ты приближался к Аллаху Субхану Тааля. Аллах в Коране сказал, я умату бля сарабе, в судный день все скрыто станет явным перед Аллахом Субхану Тааля. Да Аллах Субхану Тааля нам должным образом поклоняться в этой жизни Аллаху Субхану Тааля, дожить нам на этих прекрасных первых 10 дней месяца Дуль-Хиджа и провести их, иншаллах, в том, чем довольствуется наш Создатель, Субханаху ва Тааля. Акулу ма тасмауна, астагфиру Аллаха ли ва лакум ва лисаи аль-муъминина мин кулли дамбин. Фастагфируху иннаху аль-гафуру рахим, аль-джалалу аль-карим, ас-самиу аль-дуа.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Уважаемые братья, также шейх Шафии Хафизахуллах сказал, некоторые какие благих дел мы вкратце перечислим, можно делать в эти 10 дней, помимо того, что мы упомянули. Кыраат аль-Куран, чтение Курана, истигфар, просить Аллаха прощения, бирру аль-валидейн, хорошо относиться к родителям, силату аль-архам валь-акариб, поддерживать родственные отношения, ифшау ас-салям, ифъам ат-таъам, распространять мир, давать салям, кормить нуждающих, ислах байна ан-нас, помирись двух враждующих между собой, помирись братьев, аль-амру биль-маъруф ван-наҳйи аль-мункар, призывать к благому, отзывать от плохого, от порицаемого, хифзу лисан валь-фарж, беречь свой язык, свой половой орган от харама, ихсан иляль-джиран, хорошо обращаться к своим соседям, икраму ад-дайф, хорошо встречать гостей, щедро встречать гостей, ильфах фи сабилиллах, на пути Аллаха субхана ва тааля расходовать. Имам Абуль-Адаани творит то, что мешает на дороге выбирать это для прохожих. Делать именно тратиться на семью, на детей, то есть именно самое лучшее садака это то, что дается на семью, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Кафалат аль-айтам помочь именно в детских домах для тех детей, у которых родители. Зиярат аль-Мавдан навестить больных. Аллах, хаваджи, ихван, если у братьев какие-то есть сложности, трудности, помочь им. Ассаляту аля Наби, саллаллаху алейхи ва саллям. Делать много салавата за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Аля Наби, муслими. Что-то плохо не делать для верующих, не делать людям плохое, ни языком, ни рукой, ни твоим поведением. Прифкубер ра'ия, если кто-то есть из, скажем, директор компании, управляющий, у него есть те люди, которые работают на него, именно хорошо относиться к ним, плохо не относиться. Это тоже из многих дел. Всегда это раздухаривали людей. Если у родителей, родители ушли из этой жизни, у них есть друзья остались, хорошие отношения к ним. Дуа и Ихван Гаддах Гаддай. Это одно из великих собратьев. Ночью, когда встаем просить дуа, они говорят им то, что мы за них просим дуа. Если что-то обещал, нужно выполнить, отвечать за свое слово, которое человек обещал. Хорошо относиться к дяде, к тете, на харам не смотреть, беречь свои взоры, сдавать в углу, почаще брать омовение. Вот дуа, которое принимается между адалем и икамой, делать дуа. В пятницу чтение сурата аль-каф. Нахатик аль-масаи, мухаммада ар-салат аль-джама'а. Постараться в эти дни побольше находиться в мечети, в джама'а, читать намаз. Мухаммада ар-салат аль-джама'а. Дополнительные сунны, которые мы читаем, иншаллах, не оставляйте. Аль-хифзу ар-салат аль-ид аль-мусалла. Если будет возможность прочитать ид намаз, иншаллах, в мечети. Дикру Аллаху аль-хутбу ас-салават. Перед намазом, как мы скажем, Аллаху акбар. Поминать Аллаха субхана ва тааля. Аль-хифзу ар-кисб аль-халал. Быть бдительным, чтобы то, что мы зарабатываем, было это халалем. Идхаль сурура аля муслимин. Быть причиной, чтобы братья радовались от тебя. Вселять им радость в их сердца. Ващадаха фабди дуафа. Мягко относиться к слабым людям. И все, что приближает к Аллаху субхану ва тааля. Вассаляму алейкум салам. Чтобы была чистая душа. И чтобы эта душа не была в этой душе скупость, жадность, ревность, зависть. Очистить свои души. Это то, что приблизит Аллаху Субхану ва тааля и будет помогать на пути ислама, на пути Аллаха Субхану ва тааля до тех дней, пока Аллах Субхану не заберет наши души.